Безуспешная попытка зависания телефона X-Play Easy. Как всегда, вот у них бывает часто такой экран зависает. И все на этом. А для этого нужно открыть крышку, вынуть батарейку, он отключится, снова все вставить. И нажать одновременно две клавиши, вот включение, выключение и верхнюю плюс громкости. И держать, пока не появится зеленый робот. Вот, появилось. Далее нажимаем на кнопку включения, выключения. Входим в меню. Опускаемся вот этой клавишей ниже до строчки Wipe Data Factory Reset, то есть удалить данный сброс настроек. Снова кликаем сюда, снова опускаемся и снова кликаем сюда, и идет перезагрузка. Вот он написал, что типа все готово. И уже перезагрузка, в смысле телефона. Кликаем. И он должен был выйти из этого коматозного состояния, но так и не получилось. Требуется прошивка. Я уже его третий раз так перезагружаю. В общем, ничего не получается.